звездном городке отметили космическую масленицу. Народные гуляния развернулись на площади около дома космонавтов. В них приняли участие жители Звездного и космонавты. Был момент, когда мероприятие проводилось и в центре подготовки, и в Звездном городке. Вот сегодня, на мой взгляд, это совершенно логично объединилось все вместе, поскольку Звездный городок и центр подготовки космонавтов – это неразделимо. Так было и так должно быть и так будет. 4, 3, 2, 1. Коронным, ставшим уже традиционным номером гуляний, стал шутливый запуск блинов в космос. У нас была простая задача – просто запустить блины в космос нашим товарищам, которые летают сейчас на станции. Антону Шкаплерову и Саше Мисуркину. Ребята долго летели сюда. Сюда, где будут работать их родители. На космодром. Восточный! В завершении праздника маленьких жителей космического городка порадовали показом мультфильмов «Космические Юра и Нюра», которые создали на телестудии Роскосмоса. А озвучили мультики настоящие космонавты Федор Юрчихин, Елена Серова, Сергей Волков и Антон Шкаплеров. Земля – это наш общий дом в космосе. И мы с вами живем в этом доме. А сколько всего космических домов в Солнечной системе? 8. Называются эти дома планетами. И вы, конечно, их знаете. Марс, Венера, Юпитер и Сатурн, Меркурий, Уран, Нептун.